Молодых специалистов «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза посвятили в нефтяники. Новый статус получил 41 человек. Традиционно на церемонии совершили своеобразный обряд. Рабочая каска стала граалем, в который налили нефть. Новичкам помазали лица черным золотом. Теперь новым сотрудникам предстоит проявить себя в нескольких направлениях. В течение года специалисты знакомятся с компанией. В этот период они должны продемонстрировать не только профессиональные навыки, но и активно включиться в корпоративную жизнь. Помимо основной деятельности, молодежь принимает участие в спортивных спартакиадах, ходит на мастер-классы и обучается на практике опытных наставников. Следующий этап весной. Новые сотрудники смогут выступить на научной конференции. Я надеюсь, что мы будем одной целой командой, поскольку все молодые специалисты – это является будущее компании. Ну, наверное, громко сказано, за нами будущее. Мы стараемся его сделать самым перспективным, положительным. И люди – это главный капитал компании, поэтому мы очень большое внимание уделяем развитию как существующих сотрудников, так и активно набираем молодых специалистов. Потому что приходят ребята с новыми идеями, глаза горят, и мы очень много и у них учимся, и обучаем их, как работать, что делать, и от этого очень большой эффект.